с нами сегодня просыпается заслуженный артист Российской Федерации Дим Билан. Он здесь. Он здесь, а еще с нами да, прекрасный Георгий. Давайте ему тоже скажем привет, он из Екатеринбурга. Георгий, здравствуй. Здравствуйте, Георгий. Серьезно, настроен, потому что... Тоже заслуженный, наверное. Заслуженный Георгий. Екатеринбурга. Сегодня на кону у нас два билета на Big Love Show, который пройдет уже очень даже скоро, на следующей неделе. И у нас есть несколько категорий, чтобы выиграть билеты Георгию, да? Он должен сначала выиграть у Димы Билана. В общем, в каждой из категорий вы должны по очереди давать ответы, относящиеся, ну, вот, к этой теме, да? Победит тот из вас, на ком остановится наш 20-секундный таймер. Это по алфавиту, да, все происходит? Не знаю. Нет, категории разные. Ну ладно, 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 в процессе включим. Итак, я предлагаю, ну, то есть, например, я говорю овощи, да, я начинаю. Помидоры, ты, например, говоришь огурцы, я баклажаны, вот так вот. На ком время закончилось, то ты выиграл. Да, окей. Но категории разные. Итак, начинаем мы с категории слова. Георгий, готов? Я сейчас скажу. Слова на букву Ж. Начинаем, Дима. Стопудово не подтасовано, потому что... Правда, давай, время пошло. Жизнь. Жизнь, Георгий. Дима. Жесть. Георгий. Дима. Жаба. Георгий. Жуть. Георгий. Жена! Жена! Да все уже, было же время. Начинались жизни-то, жизнь-то начиналась. Было пока что 1-0. Отвечай, Георгий, да без подтасовки, уже. Реально. А кто победил? Ты. Я. Ты. Можно? А тут артист просит категорию такую безбалмошную, чтобы не без подготовки, без всего остального. Хорошо. Категория. Подожди секундочку. Внимание, Георгий, сразу как называем категорию, начинаем с тебя. Итак, раз, два, три, Сашка, объявляй. Категория. Звезды, с которыми я бы замутил. Поехали, Георгий. Ой, я тут недавно такое прочитал. Аня Седокова. Георгий. Давай. Мало у нас. Ну! Молочко. Молочко? Анжелина. Анжелина какая? Георгий, Джоли, естественно. Слушай, хороший у тебя вкус, Георгий. Молочко. Она выносит мозги, конечно. И Катя Лель. Тут не надо такое брать. Что ее украли инопланетяне? Да. Мы тоже читали. Ладно, давайте. У нас 1-1, хорошо. Последняя категория. Саша, выбери любую. Ах, давайте селебрити по алфавиту. Селебрити по алфавиту начинает Дима Билан. Ты смотри. Хорошо. Я селебрити по алфавиту. Алла Пугачева. Алла Пугачева. Георгий Б. А, Б, потом идет буква Б. Почему? Да, почему? После А, Б идет. А, Б. Бабкина. В. В. Валентина Толкунова. Георгий. Г. Г. Галкин. Дима. Д. Подскажите с буквы. Дмитрий Билан. Нет, Георгий. На Б? Ну почему? Дмитрий же тоже считается. Артист же. Ты вообще на Г назвал Галкин, на Б. Так мы фамилии называем или все-таки имена тоже? Короче. А он играет, он вообще играет. Дима, Ж. Финал. Финал. Сейчас. Понятно. Мы проще дадим. Без алфавита. Я почему никто не знает, почему Г идет после А. Итак, косметические процедуры. 20 секунд. Любые. Начинает... Жескотека началась. Георгий, поехали. Косметические процедуры. Педикюр. Дима. Лифтинг какой-то. Георгий. Пилинг. Дима. Бутылотоксин. Георгий, быстро. Массаж. Маникюр. Все. Маникюр. Победил у нас маникюр. Маникюр. Я отдам билеты по прекрасному Георгию из Екатеринбурга. Два билета на Big Love Show 2019. Love Radio вручает тебе, Георгий. Мы с тобой обязательно встретимся. Маникюр. И будем там жечь. Не клади трубку. Нет, не дай бог. С другими артистами. Вот как раз сейчас послушаем Дим Билан и Полину.